Еще раз добрый день. Меня зовут Зауреш. Сегодня мы поговорим о самой, мне кажется, важной теме – преимущества продукции. Именно поэтому я выбрала сотрудничать с компанией Beverly Believer, как и многие наши партнеры, как и многие наши лидеры нашей компании, которые несут огромную миссию выздоровления нации. Сегодня мы как раз-таки поговорим о нашей продукции, почему она получила популярность в Японии, почему японские ученые уделили внимание и разработали уникальные комплексы. И я думаю, что мы все счастливчики, кто познакомился с нашей продукцией, потому что они вам доступны самые последние разработки Японии, которые клинически доказаны, которые самые натуральные, самые полезные и не имеют побочных действий и противопоказаний. Я считаю, что это вау. По-другому не могу сказать. Почему? Потому что БАДы БАДу рознь. Есть биологически активные добавки, которые не совсем натуральные, которые имеют химические какие-то добавки и так далее, синтетические витамины, да, те же самые все ампульные витамины, которые продаются в аптеках, да, они синтетические. Вот, и на самом деле сейчас ученые сообщества говорят о том, что синтетические витамины, да, и вообще препараты, они не свойственны организму, и поэтому они не так хорошо усваиваются. Вот, и практически кто-то говорит, что они даже бесполезные, да. Ну, я не буду так громогласно говорить, но я склонна к тому, что нашему организму, естественно, и свойственна натуральность, да, и он усваивает максимально биологически активные добавки именно натурального происхождения. Я не знаю, кто у нас художник, давайте не будем рисовать. Я хочу познакомить с теми, кто не знаком еще с нашей компанией, что нашу продукцию изготавливает фармацевтический завод в Японии Шисейда Сияку Корпорейшн. Это местное название, да? А официальное название международное – это Шисейда Фармасютикал Компани. Она была основана с 1920 года, и изначально вся миссия и желание нашей компании Шисейда Фармасютикал, чтобы изготавливать и производить, дарить миру натуральные биологически активные добавки. Поэтому они имеют стандарты GMP качества и PIC стандарты качества. GMP стандарты качества, если вы возьмете нашу упаковку любых наших комплексов, да, на боковой стороне, вот где идет описание продукции, да, внизу вы увидите GMP стандарты качества зеленого цвета. GMP тоже бывает разного происхождения, то есть разных видов. Есть GMP стандарты черного цвета, это с добавлением синтетических компонентов, а зеленый цвет GMP стандарта говорит о том, что не только производили данные препараты на высоком оборудовании с точностью до тысячных измерений после запятой, да, то соблюдены все нормы санпина, чистоты, стерильности и так далее. Но и плюс состав ингредиентов, входящих в итоговую продукцию, которая будет на выходе, состоит из натуральных компонентов. Поэтому присваивается зеленый цвет GMP стандарта качества. Вот. То есть это концентрат, да, всех полезных и нужных нутриентов, которые они закапсулировали в капсулах, либо превратили в таблетированную форму. Еще раз хочу отметить, именно вот наши таблетки активного кораллового кальция меня поражают своей крепостью, да, что они не разрушаются при нажатии. Вы, наверное, заметили, кто дает маленьким деткам активный коралловый кальций и разламывает ложкой, вы заметили, что здесь нужно приложить труда. Да? Это тоже говорит о том, что максимально сохранить хранили лекарственную форму, чтобы она не разрушилась, как сказать, раньше, чем нужно, да, что она дошла до ротовой полости, и чтобы мы ее рассосали, либо у кого проблемы с ЖКТ выпили с водой,
для лечения желудка. Вот. И, конечно же, очень удобно в применении. То есть, на самом деле, целая команда японцев, чтобы вы понимали, прежде чем мы коснемся продукции, которая предоставлена в интернет-магазине Berry Believer, я хочу, чтобы вы это вкусили, поняли, погрузились в японскую культуру, потому что для них качество, авторитет на первом месте стоит. Чем нежели какая-то выгода, какая-то прибыль. У них очень сильная философия, и они живут именно тоже в миссии. Качество японских БАДов по миру считается самым наивысшим. То есть лучшие биологически активные добавки выпускает именно японский рынок. И тем более фармацевтический завод со столетней репутацией, который славится в самой Японии, они нам отдали в эксклюзивное право реализации определенных комплексов, которые... Именно с Николаем Николаевичем заключили контракт на эксклюзивную поставку на 49 лет. Это самый максимальный срок. И что хочу обрадовать, что когда приезжали Шосейда Фармасютикал в Алмату, в Астану, уже дважды приезжают к нам наши партнеры-изготовители. Они говорят, это был максимальный срок юридического контракта сотрудничества. И как только подойдет 49-й год, контракт пролонгируется. И я считаю, что мы эксклюзивный интернет-магазин Beverly Believer, только он имеет право реализовывать эту продукцию по всему миру. И именно через вас, через партнеров, по сарафанному радио, от сердца к сердцу, через доверие, через собственные результаты разлетается репутация, разлетаются ожидаемые эффекты, удивление, вот это восхищение этой продукции, передается любовь к этой продукции, передается доверие к этой продукции непосредственно к фармацевтическому заводу Шосейда Pharmaceutical Company. Ну, давайте посмотрим. А по поводу ПИК-стандарта, да, это стандарт, который выдаются только фармацевтическим заводам, которые проходят по всем стандартам качества для производства лекарственных препаратов. То есть вы знаете, что биологически активные добавки отличаются от лекарственных препаратов, да? Почему многие врачи не работают с БАДами? Потому что у них нет клинических испытаний, потому что у них нет доказательной базы, да? И даже БАДам не выдают сертификаты качества. Вот. А именно лекарственным препаратам там другие требования. Лекарственные препараты должны быть доказательной медициной, да? То есть прежде чем выпустить лекарственный препарат, ученые, кто изобретает эту формулу, да, он доказывает эффективность продукции клиническими испытаниями, полностью расписывает взаимодействие с другими препаратами, лекарственные побочные действия и так далее, и так далее. Вот. И непосредственно быстрота эффекта. Тоже, да, хочу сказать, что поэтому наш завод Шосейда Pharmaceutical имеет такие стандарты качества, и вся продукция, которая изготавливается на этом заводе, да, на самом деле проходит все эти этапы, даже как сказать, такие строгие этапы контроля, как к лекарственным препаратам. И вообще вот на японском рынке, как я удивляюсь, что у них фармация классная, что 40% лекарственных препаратов, то есть которых активно используются в медицине, в больницах, докторами, в протоколах лечения, 40% это натуральные лекарственные препараты. То есть это биологически активные добавки натурального происхождения, которые активно используются в лечении, в протоколах. К сожалению, да, Казахстан к этому идет. И отношение к биологическим активным добавкам сейчас намного лучше со стороны медицинского персонала, врачей и здравоохранения, да, потому что такое раньше было отношение, что БАДы – это не лекарства, да, но я хочу сказать обратное, что и лекарства – это не БАДы. Их нельзя длительно принимать, как наши биологические активные добавки. Хочу сказать, что, опять же, лекарственные препараты, я как фармацевт, я хочу сказать о том, что лекарственные препараты нужны,
они нужны для экстренных случаев, чтобы нормализовать, допустим, гипертонический криз, чтобы экстренно, допустим, снизить сахара, который высокий, от которых может человек потерять сознание, да, то есть есть такие экстренные случаи, либо кровотечение идет, допустим, у беременной женщины, не дай бог, и нужно остановить все это, либо инсульт, либо такие острые случаи, где нужна экстренная помощь, выровнять состояние, да, без врачей, без лекарств, мы просто бессильны. Вот, поэтому важность фармацевтического рынка нам тоже важна. Но давайте перейдем, мы затрагиваем и работаем именно с хроническими состояниями, и все партнеры Beverly, мы непосредственно являемся консультантами по японским БАДам. Я своим партнерам тоже всем говорю, что вы, не имея медицинского образования, в полном праве и можете быть консультантами по японскому оздоровлению. Это как нутрициологи, диетологи, да, они могут этой специальностью, этими навыками может обладать любой человек, не имея медицинского образования. Когда вы себя воспринимаете как консультантом японских БАДов, если вы в них разбираетесь, вы сейчас поймете, как они работают, как они просты в применении, и у вас не будет страха рекомендовать людям, потому что это продукты питания, это питание для наших клеток. Такое же питание, как мы едим завтрак, обед и ужин. Вы должны к этому так относиться. И, конечно же, по поводу химических препаратов, которые, допустим, многие лечат хронические состояния, я хочу сказать, что любой лекарственный препарат, даже тот же самый аспирин, имеет побочные действия. И есть такие даже эндокринологи, недавно статью читала, что те же самые препараты глюкофаж, глюконил, которые на действующем веществе работают, они настолько отравляют и настолько приносят побочное действие нашим органам, потому что вот этот инсулин, он по природе похож на соляную кислоту желудки. И вот это все разъедает на самом деле наши органы и густеет кровь от этих препаратов. И сейчас современные эндокринологи даже отходят от этих методов лечения. Сейчас все врачи и на самом деле склоняются на натуральные биологические добавки. Сейчас общество стало умное, осознанное, и сейчас многие корректируют именно рациональное питание. Поэтому мы сейчас с вами на правильном пути. Мы затрагиваем именно питание. То, что мы не можем, допустим, позволить себе употреблять, либо по каким-то вкусовым предпочтениям мы не можем кушать эти водоросли, потому что это невкусно для нас, да, но они полезны, мы заменяем биологическими активными добавками. Вот, и сегодня мы покажем вам и расскажем всю нашу линейку продукции. Больше всего я хочу остановиться на Magic Pack, потому что это наш флагман, это наш основной комплекс. Об остальных комплексах сегодня я много говорить не буду, потому что я не хочу вас долго задерживать. Вот. Активный коралловый кальций. Чем он знаменит, чем он особенный, и вы можете, сказать, опровергать и быть уверенным в том, что это один из самых лучших минеральных комплексов, который усваивается максимально, который имеет богатейший состав благодаря тому, что это морские окаменевшие кораллы, которые в своем составе за 50 тысяч лет накопили огромное количество минералов, да? 60 минералов. И, конечно же, от нехватки минералов это идут дефициты, это и есть причины всех многих хронических заболеваний, аутоиммунных процессов и так далее. То есть из-за дефицитов минералов у нас возникают сбои в организме, выработки ферментов, гормонов и так далее. Потому что каждый минерал, если вы изучите каждый минерал, который представлен в таблице в активном коралловом кальце, вы поймете, что они особенные. Каждый минерал, допустим, кальций, несет 400 функций в организме, бор 11 функций в организме. И если коснуться и других минералов, да, вы поймете, что они каждый отвечает за очень серьезный спектр
действие в нашем организме. И когда какого-то минерала не хватает, затормаживается, либо вообще не работают функции в организме. Вот. Или, допустим, вот, если нехватка ферментов, изменяются вкусовые рецепторы, и дети не кушают мясо. У кого дефициты железа? Это прям такой яркий пример железодефицитной анемии, да? Извращение вкуса, когда хочется чипсы, когда хочется глутамат натрия, усилители вкуса и так далее. То есть организм хочет чем-то это заменить, вот эту нехватку извращенными вкусами. Вот. Кислотность в организме увеличивается, свободных радикалов много становится. Это все разрушает наши органы, и все это закисляется. И, конечно же, мышцы сокращаться без кальция не могут. Поэтому самая главная функция нашего организма, чтобы кальций, 1% кальция циркулировал обязательно в крови. Для чего? Для того, чтобы наш незаменимое сердце, которое работает со дня зачатия, да, до самой смерти, без остановки. И нашу сердечную мышцу нужно запитывать, в особенности после 30 лет, потому что помимо кальция мы затронем, почему же, опять же, назвали Magic Pack, японские ученые, объединившись с лабораторией Kaneko Kouash, активный коралловый кальций изготавливает Shiseido Pharmaceutical, а Coenzyme Kouash изготавливает Kaneko Kouash, да? Вот, именно вот эти два препарата объединили вместе и назвали этот комплекс Magic Pack. Опять же, да, без кальция нужен сердцу, коэнзим нужен сердцу. Сейчас уже десятки, уже несколько десятилетий врачи, кардиологи именно применяют активно в своей практике коэнзим. Раньше это был Q10, сейчас в наших руках есть QH, на рынке в аптеке нету QH. Услышьте, разница в чем? Ладно, о коэнзиме я позже расскажу, но именно в скорости усвоения, в эффективности. Мы сегодня еще даже по дозировкам расскажем, да, почему интересны наши комплексы и почему они дают быстрее результат, чем нежели другие БАДы. Вот. А если сравнить, да, другие виды кальция, да, конечно, они все уступают по усвоению. Скупой платит дважды. Вы можете купить более дешевые минералы, да, но не факт, что они усвоятся так же, как наш коралловый кальций, да, и не приобретете ли вы побочные действия от неусвоенного кальция, от неусвоенных минералов, которые оседают в нашем организме. Вот, и нам лишние соли, лишние песочки не нужны, вот, поэтому нам нужно, чтобы эластичность сосудов сохранить, чтобы они не кальцинировались, чтобы они не засорялись, правильно? Потому что сосуды – это самый главный орган, о котором вам нужно думать, потому что без сосудистой системы, без кровеносной системы, мышечной системы, которая все это толкает, да, либо нарушается питание органов, целых систем. Вот, поэтому очень важно применять качественный коралловый кальций, кальций точнее, да, который будет максимально усваиваться и не будет наносить вред нашим сосудам, нашим органам. И именно поэтому выбор, когда детям... Я лично пришла в компанию, потому что я выбирала кальций детям. Я изначально, за спиной имея выбор любой аптеки, да, искала именно самый усвояемый кальций. Я не смотрела на цену, я смотрела на его качество, потому что некачественная продукция бьет по карману намного сильнее и по здоровью намного сильнее, потому что имеет побочные действия. Вот. Тот же самый, не буду, конечно, говорить антирекламу, но даже в моем кругу знакомых, семьи, да, выпив, пропив 2 месяца витамин кальций D3 Никомед, да, заработали большое количество камней в желчном пузыре. Вот это говорит о том, что задумайтесь, какой кальций вы советуете, какой кальций вы пьете для своей семьи, какой даете. Вот, и поэтому все, что вы должны запомнить, первое, самое важное, почему она и на первом пункте, это натуральность и природность нашего продукта 100%. Хочу еще раз подчеркнуть, что не все кальции натуральные, которые есть на фармрынке, они синтетические.
И тот же самый кальций, вроде бы природный, да, молоко то же самое, если его прокипятить, пастеризовать, он уже неорганический, он становится неорганическим, понимаете? Температура влияет на, разрушает именно органическую структуру. И поэтому, кто думает, что «а, я ничего, я много кушаю творога и запиваете черным чаем», да, это тоже неправильно. Либо вы говорите, что «я пью молоко, и дети пьют молоко». Если вы молоко кипятите, да, там уже нарушения идут природного кальция. И вообще в парном молоке еще есть вероятность, что вы его через питание возобновите. Но то, что говорит статистика, что у нас 21 век – это век остеопороза, это говорит о том, что колоссальная нехватка, дефицита кальция у всего населения мира, не говоря уже о вашей семье. Поэтому не надо сопротивляться, нужно заботиться о своем здоровье здесь и сейчас. Включайте профилактику, не надо ждать, пока кости заболят, зубы выпадут, кости, волосы все выпадут, да, облысеют. Вот это вот почему-то наш менталитет Казахстана, терпеливый народ, мы ждем, пока не заболит, это неправильно. Поэтому нужно запитывать и профилактировать свои состояния. Второе, имеет более высокую поглощающую способность. Это вообще крутая характеристика. Покажите мне еще один кальциевый продукт, который имеет 97% усвояемости. Я хочу сказать, что такого нету. Нету аналога этому коралловому кальцию, потому что японские ученые все подрасчитали. И даже кто-то пытается подделать активный коралловый кальций, коралловый какую-то продукцию, да, тоже приводят к нам на рынок. Но технология Shiseido Pharmaceutical Company остается технологией Shiseido Pharmaceutical Company. У них свои секреты, у них свои методики создания этого продукта. Вот, поэтому максимальное усвоение, и поэтому результативность комплекса высокая. Имеет щелочные свойства. Это самое важное, потому что кальций – это щелочной минерал. Почему этот комплекс имеет активный коралловый кальций, имеет щелочные свойства? Потому что усвоение кальция дает вам мощные щелочные свойства на организм. А щелочная pH в организме, в крови, приостанавливает процессы закисления организма, поднимает иммунитет, дает ему силу. И в щелочной среде не развиваются бактерии, вирусы, паразиты, онкоклетки. Да? То есть щелочная среда, она приостанавливает рост патогенной флоры. Вот. Это замечательное свойство по нашей продукции. Содержит около 60 морских минералов, включая магния. Это очень круто, это бюджетно. И наш препарат, если даже я, когда вот при выборе данной продукции я смотрела на цену. Я вам признаюсь, я как обычный клиент пришла в компанию, да, но я начала считать так, что ребенку я давала декальцин, который стоил там тоже 15-16 тысяч, но мне его хватило на 2 недели. 2-3 недели, да, продавала этот препарат. А даже в перерасчете, что вот одна даже маленькая пачка, которую ребенку хватит на целый месяц лечения, да, цена вроде бы даже одинаковая, но что содержится в этом препарате, что содержится в нашем препарате, да, это как небо и земля. Тут 60 минералов, усвоение максимальное, щелочные свойства классные, благодаря которому патогенофлора детей снижается, и поэтому дети выздоравливают, очищаются от всех этих неблагоприятной среды, да, вот, поэтому, конечно, мой выбор сразу, активный коралл и кальций перевесил всех кандидатов, которые я тоже подбирала для именно лечения своих детей. Я думаю, что вы тоже, когда заходили в компанию, тоже сравнивали. И ваши люди, которым вы рекомендуете, тоже начнут сравнивать. Поэтому на начальном этапе, когда вы рекомендуете, вы сразу сравниваете препараты и сразу показываете преимущества нашей продукции, чтобы они не ошибались, чтобы они не теряли время. Очень многие наши клиенты год гуляют, второй год гуляют, приходят потом в заказ и говорят, почему я раньше не взяла. Потому что этот страх, недоверие где-то, какой-то, может быть, отзыв какой-то сыграл на решение клиента, но они теряют время. Вот, и поэтому дальше давайте. Вот, зачем нам 60 минералов? У некоторых такой вопрос возникает, да? Я хочу сказать, что тоже уже доказано, что наша плазма крови и морская вода, мы идентичны по составу, что нам тоже нужны эти морские минералы.
как и то, что содержится в морской воде, почему у нас уход за носовой полостью создали морские капельки, да, мы когда едем на путешествие в морской воде, купаемся, мы всегда смеемся и говорим «бесплатный аквамарис», да, дышим, плаваем в этой морской воде, идет очень мощное очищение, и сам морской воздух очищает легкие. У людей с астмой, кто выезжает на море, да, у них отходит мокрота, потому что там влажный морской воздух. И кто начинает принимать активные коралловые кальции, они получают такой же эффект. При обильном питье обязательно принимать воду, питьевой режим соблюдать при приеме нашей продукции. 30 мл на килограмм вашей массы тела. Это ваш будет объем жидкости в течение дня, который вы должны выпить, желательно до 7 часов вечера, да? Вот, чтобы потом не нагружать почки на ночь. И такой эффект дает очищение бронхам, очищение слизистым и всех наших тканей. И каждый минерал, я вам уверяю, нужен в нашем организме. Я просто немножко пробегусь, да, что кремний, он очень главный минерал, который чистит и лимфу, и выводит из клеток шлаки и токсины, и помогает минералам усвоиться, именно дойти до каждой клеточки в нашем организме. Вот. Кальций, вы знаете, да, это наш король минералов, он очень важен, и здесь очень хорошая дозировка его, да, в нашем комплексе. Магний успокаивает нервную систему. Магний и кальций, они как два друга, они должны быть вместе, потому что все минералы, которые я вам перечислю, они влияют на усвоение кальция. Калий, межклеточный водный баланс, да, это тоже очень важно, чтобы не было отеков у вас, да, должна быть вода правильно циркулировать между клетками и внешним пространством. Цинк, заживление ран. Цинк участвует именно и в оплодотворении, и в мужских гормонах участвует. Да? Вообще мы считаем, цинк — это мужской гормон. Но он также очень большое влияние оказывает на обоняние. Почему именно цинк рекомендовали при коронавирусе, которые потеряли свой нюх, обоняние, и в больших дозировках припивают цинк. Цинк также помогает организму бороться с какими-то вирусными заболеваниями, да? Железо – это наша анемия, это наш без нехватки железа развивается анемия, вот, при нехватке. Железо – это наш доставщик кислорода, да? Поэтому при железе снижает гипоксию ткани. Фосфор – деление клеток. Представляете, если не будет фосфора, то деление клеток будет замедляться, да, либо неправильное деление пойдет. Фосфор и также помогает усвоиться кальция. Вот. Серебро, германий, это замечательно. Тут и золото, марганец есть, да, те продукты, те элементы, которые помогают и которые дают антибактериальное действие, бактерицидное действие, да, вот. Ну и давайте разберем хром и медь, да, хром — это ревматоидный, хром — это снижает холестерин, регулирует холестерин, да, вот, а медь — ревматоидные артриты, щитовидная железа. Эти минералы очень нужны. То есть минералы – это фундамент для правильной выработки гормонов, для правильного производства ферментов, кровяных тел, иммунных клеток. Да? Поэтому без минералов – это наше топливо, это наши кирпичики, которые очень нужны нашему организму. И иногда организм, не зная, как до вас достучаться, начинает отправлять сигналы вкусовым рецепторам. И особенно это проявляется во время беременности. Я это всегда подмечаю, что именно во время беременности женщина чувствует дефициты, потому что ребенок вытягивает все на себя. И у женщины проявляются извращенные вкусы, арбуз с пивом или там соленые огурцы с арбузом, захотят они ночью, или клубнику среди ночи. Вкусовые рецепторы вам говорят: дайте мне пищу для моего питания. Вот. И также у детей, у кого дети растут, у них нехватка, они хотят чипсы, они хотят гамбургеры, они хотят какие-то такие ярко-вкусовые продукты, да, это тоже говорит о дефицитах.
Вот при нехватке хрома тяга к сладкому у детей, кто любит конфеты, шоколадки, да, это все. Это не от того, что мы их так воспитываем. Это вот их организм дает сигналы вкусовым рецепторам, и у них такие предпочтения. Если у них уходят все дефициты, они абсолютно ровно относятся к этой сладости. Будет стоять шоколадки, сахар на столе, да, они будут ровно к нему относиться, потому что они просто банально не будут хотеть. Вкусовые рецепторы не будут требовать эту сладость. Сладость, этот сахар. Ну, давайте дальше. 100% результаты по исследованиям Японии – это улучшение состояния костей и зубов. Поэтому очень много у нас случаев оздоровления, улучшения состояния при ревматоидных, при артритах, артрозах, остеопорозах, при заболевании ротовой полости, да, зубики лучше у молочные крепкие становятся у детишек, да, кто кормит грудью мамочка, либо с раннего возраста дают активный коралловый кальций детишкам для профилактики. Наши зубы даются, когда уже идет смена зубов у подростка до подросткового возраста, да, идет полная смена зубов. Наши зубы должны мы сохранить до конца своей жизни, потому что протезирование это тоже инородное тело, и не у всех он приживается. Кто-то очень болезненно все это переносит. Поэтому, опять же, зубы надо беречь. А зубы это депо кальция. Если мы не будем восполнять нехватку кальция, да, мы будем терять свои зубы. Поэтому вы должны поддерживать свой уровень кальция в организме, чтобы наш организм не вытягивал с депо с наших костей, которые мы тоже должны сохранить крепкими до пожилого возраста, чтобы избежать переломов и сохранить наши зубы, волосы, да, и в целом весь организм. И хочу сказать, что именно во время стресса вымывается большое количество кальция, большое количество минералов. Во время стресса, во время гемодиализа, во время физической активности у спортсменов, да, там у них большой перерасход энергии. Вот именно в таких случаях обязательно нужно употребление минералов. Гормональная терапия, кто на гормональной терапии, у них тоже есть большое вымывание кальция. Вот. И чтобы не проявлялись другие, как сказать, заболевания, состояние патологическое, нужно восполнять дефициты. Очень хорошо регулируется давление, гипертония, но я хочу сразу сказать, что обязательно нашу продукцию начинать с профилактических дозировок, особенно у кого гипертония. Гипертоникам прям в детской дозировке по одной таблетке кальция и два раза в неделю коэнзим. Начните так, чем лучше, правильно, но плодотворно. Пусть это будет сначала медленно, да. Потом поднимаете кальций до 2 таблеток в день. Это именно гипертоники. И коэнзим через день. И потом выравниваете его на профдозу нашу по одной таблетке 2 раза в день кальция и 1 раз коэнзим в день, 20 дней пьем, 10 дней отдыхаем. И в дальнейшем, если у него нормализуется давление, можно уже переходить на лечебные дозы коэнзима. А минералы можете уже с 3-4 недели начинать пить в лечебных дозировках, потому что обострение не дают минералы по гипертонии. Так. Поэтому сразу на лечебные дозировки не кидайтесь, у всех будут результаты. Нужно, конечно, терпеливо все это подходить к своему организму. Я люблю пить лечебными дозировками, потому что я сразу чувствую эффект продукции. Сахарный диабет. Сахара у кого-то очень хорошо снижается даже на комплексе Magic Pack. У кого не идет снижение, допустим, или слабое снижение, слабое восстановление уровня сахара до нормы, подключаете Top Force, подключаете Root Life, смотрите диету свою, а то если, допустим, вы будете пить Magic Pack, и вы будете нарушать по диете, и сахара будут прыгать, это не виноват Magic Pack, да, это виновата ваша диета, ваши нарушения, поэтому каждый свой организм знает, обязательно помогайте, относитесь к любому состоянию комплексно. Гиперлипидемия, то есть тучные люди, да, то есть здесь тоже я советую побольше ходить, физические какие-то нагрузки добавить, побольше пить, правильно отрегулировать питание свое, не переедать, и, конечно, Magic Pack очень ускоряет обменные процессы, и даже на нашем комплексе
Magic Pack, идет очень хорошее снижение объемов, уходят отеки, уходит жировая ткань, снижается, да, вот, и по поводу жировой ткани я вам расскажу про коэнзим, что он дает. Вот, профилактическая в борьбе с окислением организма, мы уже сказали, это наша аллергия, это наши слабости, апатия, депрессия, это все, конечно, закисление организма, ну и онкологические проблемы. И успокаивающее воздействие на организм при устранении стресса. Мы становимся спокойными, хорошо спим, потому что хорошая дозировка кальция, магния дает о себе знать. Очень хороший эффект от продукции идет. Вот. И, конечно же, коэнзим. Мы сегодня подробно о нем остановимся. Вот. Чем он хорош? Я хочу поздравить с тем, что КоАЖ на рынке нету. КоАЖ, по крайней мере, в Казахстане, да, я не видела еще коэнзима КоАЖ. Это наша разработка, это разработка Конека, лаборатории Конека, которая дала в эксклюзивное право компании Beverly Believer. Я считаю, что это самый лучший интернет-магазин японских БАДов, которые дают самые лучшие качественные продукты, за которые не стыдно, которые не имеют побочных действий и дают шикарные результаты лечения. И они воспринимаются в Японии на уровне лекарственных препаратов, все наши комплексы. Вот. И вы заметите, что комплексы, они у нас многокомпонентные. Это вы выигрываете во времени, в деньгах и в самочувствии. Вот. И коэнзим КоАЖ, в нем содержится сам коферментин КоАЖ, убихинон. Он, его не присвоили к группе витаминов в связи с тем, что коэнзим вырабатывается в незначительных дозировках как у животных, так и у людей. И поэтому коферментин коэнзим, он не входит в группу витаминов, да? Но он очень важен в суточном потреблении в организме, потому что, смотрите, у него очень много важных свойств в организме. Участвует в выработке энергии, восстанавливает функции организма всех органов, мощный антиоксидант, защищает наши клетки, органы от повреждений, регулирует сердцебиение, да и выкачает насос, функцию сердца улучшается, да, приостанавливает вот это вот, дает выносливость нашим мышцам, вот, и, конечно же, уходят отеки, улучшается функция головного мозга, и освобождаются свободными радикалами, да, вот, и поэтому улучшается память у людей, у детишек идет очень хорошее когнитивное улучшение, лучше учатся, да, быстрее начинают читать. Конечно же, КоАЖ также устраняет отеки, уходит головная боль, особенно у кого дикие боли головные, кто сидит на обезболивающих препаратах, кто сидит на антимигрен, вот этого, да, то есть у кого мигрени, вы можете большую часть химических препаратов просто-напросто исключить из своей аптечки домашней, не принимать большими дозировками какую-то химию, да, а просто пропить коэнзим КоАЖ курс, очистить сосуды, улучшить кровообращение, и у вас эта боль пройдет, да, холод в конечностях исчезнет. Эти проблемы вы можете понять, что это маленькие проблемы, которые вы чувствуете, да, которые вы замечаете, отеки, головная боль, холод в конечностях. Вы уже, для вас это должен быть звоночек, потому что это нарушение кровообращения. А самые такие плачевные состояния, к которым приходят из-за нарушения кровообращения, это ухудшение зрения, потеря зрения, это дисфункция органов, да, идет, это все одна причина кровообращения. Поэтому у кого уже есть боли, у кого уже есть холод в конечностях, бейте тревогу, займитесь своей сосудистой системой, пропейте копродукцию комплексно, длительно, чтобы очистить эту систему, самую важную в нашем организме. И тогда мы сохраним зрение до старости лет, да? Сохраним функцию наших органов. Мы же хотим прожить. Вот наша биологическая оболочка рассчитана на 100-120 лет. И даже кто-то говорит на 150 лет. Вот. А как мы относимся к своему организму, как мы относимся и питаем свои системы, это все зависит только исключительно от вас. Вот. И, конечно же, все женщины любят коэнзим КоАЖ, потому что он благотворно улучшает состояние кожи, предотвращает распад коллагена, улучшает вообще клетки кожи, эластичность дает и увлажнение. И это я сразу замечаю вот при приеме коэнзима КоАЖ.
обладает очень мощным действием, антиоксидантным действием и эффективно защищает кожу от закисления, стимулирует обновление клеток кожи. Рубцы, вот эти вот шрамики очень хорошо где-то разглаживаются, у кого-то исчезают они вовсе. Вот. И антипохмельный синдром, да, уходит, вот, нормализуется сердцебиение и предотвращает воспаление пародонта, да, пародонтоз уходит, кровоточивость десен уходит, десна становятся здоровыми. Если десна здоровы, значит здоров кишечник. Вот, и поэтому по языку, по деснам, по зубам, вообще по глазам, а по коже можно определить дефициты в организме и, конечно, помочь человеку понять, над чем он должен работать. Это, конечно, разница. Q10 очень много на рынке. Мы сегодня с вами это обсудим. Я расскажу, в чем, конечно, преимущество, как и по качеству, так и по деньгам. Вот. Ей были исследования, конечно, и Q10 проявляется намного ниже, чем QH, поэтому QH выигрывает в своей эффективности. Вот. И, конечно же, омоложение организма на 10-15 лет. И вы исключаете такие процессы в организме, как воспаление. Представляете? Не только глаз и ушей, которые представлены на слайде, а в целом при приеме коэнзима снижаются все воспалительные процессы. Шикарно, да? Поэтому даже, хотя на коэнзиме написано с 14 лет, да, почему? Потому что именно с 14 лет идет снижение коэнзима КОАЖ. И ученые написали, и здравоохранение это требует, что и раз уж до 14 лет имеется коэнзим в организме, его пить не надо, да? Но если он вам нужен, при врожденных патологиях, при гриппе, простуде, который вам сейчас экстренно нужен, потому что он помогает усвоиться витамину С, Е, коэнзим. Вот. Или когда, допустим, есть уже проблемы, коэнзим подключать обязательно. Можно уже даже с маленького возраста. Он не имеет побочных действий, он натуральный. Вот. Так, давайте дальше. Лактобактерии. Классный комплекс, потому что именно лактобактерии растительного происхождения из маринованного турнепса, они обладают антивирусной активностью. И поэтому вместе с коралловым кальцием и с коэнзимом у нас результаты по гепатиту В, С уже со второго месяца был результат в Алмате. Я просто была шокирована именно быстротой действия. И, конечно же, работа кишечника восстанавливается как часы. В одно и то же время идет опорожнение, и это замечательно. Если мы когда радуемся таким процессам, когда они маленькие детишки, да, чтобы они вовремя сходили по маленькому в туалет, по большому, мама за этим очень часто следит, очень тревожится, когда стул задерживается. Пусть это будет для кого-то такая некрасивая тема, да, но она очень важна. 70% запросов в аптеку именно с проблемой кишечника, я хочу вам сказать. И 70% нашего иммунитета от кишечника, от работы кишечника, от его состояния, от зашлакованности кишечника, от его чистоты, от стенок кишечника. Запитаны ли эти стенки кишечника иммунными клетками, либо они забиты грязью, слизью и патогенной флорой. Поэтому мы все... Изнутри мы зависим полноценно от кишечника. И вы даже, знаете, по строению, вы заметите, строение кишечника, да, он такой весь извилистый, да, он похож на, внешне даже похож на мозг. Да, и поэтому это наш тоже самый внутренний, такой же мозг, который контролирует огромное количество процессов. И от состояния кишечника зависит очень многое в организме. Поэтому не пренебрегайте нашими лактобактериями, которые очень полезны. А то некоторые пациенты, клиенты говорят, что буду пить активный коралловый кальций, а коэнзим мне не нужен. Да? Я просто удивляюсь, когда так клиенты говорят, коэнзим нужен ежесуточно, да? Но здесь, так как хорошая дозировка, 590 миллиграмм в капсуле, дает очень хорошую дозировку, и поэтому мы делаем 20 дней приема, 10 дней перерыв, чтобы наш организм сам начал вырабатывать коэнзим. Мы провоцируем выработку собственного коэнзима, и тем самым мы даем собственное омоложение тела. То есть будем свой организм, чтобы он не старел и не ленился, и вырабатывал наш коэнзим, который внутри, в наших клеток, митохондриях клеток. Вот.
Вот. И смотрите, сейчас очень важную тему я затронула. Я нашла очень хорошую статью по коэнзиму, потому что для меня эта тема волнует. Ко мне очень часто обращаются люди, у кого проблема именно онкологического характера. И я думаю, что вам это тоже будет полезно узнать, полезно услышать такие вещи. Можно защитить себя от рака, да, от рака именно с помощью коэнзима QH, с помощью активного кораллового кальция, потому что в щелочной среде онкоклетка, она становится неактивной, она не разрастается, да, и смотрите, внутри, я прям буду зачитывать, если вы не против, да, внутри клеток коэнзима QH помогает транспортировать белки через мембраны и отделять определенные пищеварительные ферменты, способствуя поддержанию оптимального pH. Опять же про pH, да, если коралловый кальций расщелачивает, да, коэнзим поддерживает pH, тоже они как два брата-близнеца. Считается, что более быстрее развиваются в среде, в которой труднее поддерживать необходимый уровень pH болезни, да? Да, они быстрее развиваются при закисленной среде pH. Вот. Это может быть одной из причин, помимо антиоксидантных свойств коэнзима, более, да, более низкого развития риска заболеваний, именно рака у людей с повышенным уровнем коэнзима QH. То есть коэнзим QH нам защищает и снижает риск развития онкозаболеваний. И поэтому многие врачи говорят, что при онкологии нельзя пить витамины, онкоклетка разрастается, очень часто мне такое говорят. Я, честно говоря, да, говорила, если вы боитесь, потому что от ментального отношения к своему лечению очень много зависит. Если человек, допустим, сказал, что умрет через 2 месяца, он умрет через 2 месяца, потому что он сам сказал, он этого захотел, он это думает, и это произойдет, как бы ни старались врачи и близкие его спасти. Поэтому ментальное здоровье тоже очень важно. Ваша вера, ваш уровень стресса, ваш уровень своего веры в свое оздоровление в пользе продуктов тоже очень работает. Эффект плацебо никто не отменял. Поэтому это есть, и это надо усилить в своем состоянии, особенно при таком состоянии, как рак. Вот, сейчас на самом деле это такая большая пандемия, это такая большая проблема всего населения и мира, поэтому сейчас нужно брать все пазлы, которые помогают выровнять это состояние, которые помогают защитить себя от этих состояний, которые помогают выскочить из этих состояний. Поэтому я думаю, что вся сейчас информация, которую я вам дам по этой тематике, она, возможно, будет полезна вам и вашим близким. Вот, следующий слайд. К другим причинам относятся. Смотрите, повышение эффективности препаратов для химиотерапии и защиты от побочных эффектов. Кто уже принимает химиотерапию, дополнительный прием коэнзима QH во время лечения рака может способствовать увеличению противоракового потенциала препаратов, например, доксорубицина и даунорубицина. Многие спрашивают, можно ли совместно применять наш продукт, наши комплексы вместе с препаратами противораковых препаратов. Можно. Но, конечно, все, что говорит онколог, полностью придерживайтесь рекомендациям онколога. Либо показывайте свой препарат, наши препараты, и показывайте статьи, доказательную базу, то, что коэнзим помогает бороться с раковыми клетками, то я думаю, что вы тоже можете повлиять на рекомендации своего врача. Существует также информация о том, что коэнзим QH способен защитить сердце от повреждения ДНК, которое в некоторых случаях является побочным действием больших доз препаратов для химиотерапии. Как вы знаете, после химиотерапии человек на самом деле усыхает. У него не только разрушаются онкоклетки, у него разрушаются здоровые клетки. И поэтому это очень огромная, серьезная реабилитация пациентов, клиентов, кто уже прошел химиолучевую терапию. Им нужно восстанавливаться. И кто принимает наши комплексы Magic Pack в больших усиленных дозировках, да, они менее, как сказать, лучше переносят всю эту терапию. Вот.
может замедлить или обратить вспять распространение рака молочной железы. У нас очень много результатов по раку молочной железы. Я хочу даже сказать лично, да, Алтын, наш серебряный лидер с города Семей, у нее был рак молочной железы, и как она хорошо оттуда вырвалась, но она пропивала более 8 комплексов Magic Pack, да, в течение 8-12 месяцев. Вот, поэтому один комплекс, вот у меня были пациенты, да, которые взяли один комплекс, и сказали, мы не видим изменения. И остановились. И, честно говоря, изначально я говорила, вам нужно будет брать несколько видов, несколько комплексов подряд. Один комплекс вам не поможет в такой ситуации в онкологии. Поэтому, говорю, можете не, лучше не, не берите этот комплекс, потому что вы все равно от одного комплекса не вылечитесь. Поэтому, чтобы не было какого-то либо негатива, да, я иногда от таких людей сразу отказываюсь и говорю, вам лучше не пить, если вы сами в это не верите и не верите в рекомендации наших партнеров, которые вам говорят, что нужно принимать усиленно. В статье, опубликованной в 2017 году в издании Future Oncology, говорится следующее. Существует несколько медицинских подходов к лечению рака молочной железы. Это вот недавнее исследование, да? Перспективный кандидат Куфермент Q10, да, являющийся антиоксидантом, может быть нацелен на механизмы развития опухоли при раке груди. И это еще не все. В исследовании 1994 года участвовали 32 пациентки с раком груди в возрасте от 32 до 81 года, которые были помещены в группу повышенного риска в результате распространения заболевания на лимфатические узлы. Каждый пациент получал антиоксиданты, незаменимые жирные кислоты и 90 мг коэнзима Q10 в сутки. В течение всего периода исследования, а это 18 месяцев, то есть полтора года, да, не умер ни один пациент. Круто, да? Более того, что ни у одной женщины состояние не ухудшилось. Все сообщили об улучшении качества жизни, и у 6 пациенток наступила частичная ремиссия. Двум участницам исследования с частичной ремиссией затем начали давать больше коэнзима Q10 300 мг. В нашем продукте QH 500, больше 500 мг в каждой капсуле, и у обоих наступила полная ремиссия с отсутствием раннего существовавших опухолей и опухолевой ткани. У одной через 2 месяца, у другой через 3 месяца ремиссия. Поэтому, если идет улучшение по раку груди, мне кажется, нужно, конечно, бороться и применять его также и в других проблемах. Помогать предотвратить развитие рака толстой кишки. По толстой кишке люди очень быстро уходят. Это у меня родственник тоже очень быстро, прям на глазах. Вот. И одно исследование показало, что коэнзим QH значительно снижает оксидативный стресс в области толстой кишки, который может привести к развитию рака. Вот. То есть оксидативный стресс – это закисление, да, именно закисление, и идет развитие раковых клеток. Вот, может способствовать профилактике рака шейки матки. Низкий уровень коэнзима отмечен у пациентов с раком шейки матки. Однако взаимосвязь пока не ясна и не доказана. Но были такая сравнительная характеристика. Может повысить выживаемость при раке последней стадии. 9-летнее пилотное исследование с участием 41 пациента с различными первичными видами рака, которые позже развились до 4-й стадии, все они получали пищевые добавки и коэнзим в сочетании с антиоксидантами. Среди наблюдаемых пациентов, почему именно при онкологии тоже советуют щелочное питание, да, фрукты, овощи, исключить там какие-то продукты, которые закисляют организм, максимально расщелачивать свой организм в такой период. И среди наблюдаемых пациентов средняя продолжительность жизни составила 17 месяцев. Это оказалось на 5 месяцев больше, чем ожидалось в целом. В общей сложности 76% пациентов в среднем прожили дольше, чем предполагалось. При этом побочных эффектов от лечения практически не отмечалось. Но наши пациенты, которые тоже применяли нашу продукцию с онкозаболеваниями последней стадии, которую врачи уже говорили, что через месяц, через два можете уже готовиться и прощаться, а наши пациенты прожили 1,5-2 года. Это супер. Конечно, и многие родственники благодарили, что протянули и улучшили качество жизни вот за эти последние 2 года. Как сказать, улучшает состояние, уменьшаются боли, появляются силы у пациентов. Это, конечно, очень такая серьезная тема. Я не врач, да, но мы видим
результаты лечения наших клиентов, результаты исследований, да, и это реально, если облегчает качество жизни, почему бы не помочь? Я по времени хочу посмотреть, уже 12 часов дня, я быстренько пробегусь по остальной продукции. Смотрите, есть лечебная косметика, она, возможно, будет уходить с нашего интернет-магазина, да, говорят, что вот последние комплексы разбирайте, потому что у нас появилась новая продукция по крему, это B2, Beauty B2, но мне так нравится Double Luxury крем, вот именно вот эта упаковочка, я всем советую, это лучший уход за кожей, и он заменяет и дневной, и ночной крем, уход за кожей вокруг глаз, шея, декольте, он имеет 100% натуральное производство, 28 активных компонентов, включая экстракт гриба шиитаке обыкновенного, самое главное, сквалины органической германии. Это дает восстановление, регенерацию и питание нашей кожи. Очень любит его мужчины, потому что он не пахнет и не имеет никакого вкуса, запаха, и очень приятно его наносить, он мгновенно его впитывает кожа, он не остается жирного следа. И даже кто, допустим, красится, да, декоративной косметикой, нету жирного блеска, если основу вы берете Double Luxury. Поэтому я его очень люблю. Некоторые партнеры его используют как скорую помощь, потому что благодаря сквалену, органическую германию, очень активно идет заживление ран. При мне моя подруга обратилась ко мне и сказала: Зауреша, какой крем мне взять папе, чтобы у него рана, которая 2 года не заживает после ожога, затянулась, потому что нам ставят вопрос, что это разовьется в рак кожи. И на тот момент у меня был Double Luxury, да, я говорю, ничего не бери в аптеке, возьми мой полфлакона крема, помажь, и если ты увидишь улучшение в течение 2 недель, то приобретешь полный комплекс и мажьте усиленно, потому что это лечебная косметика. Вы знаете, за 2 недели рана затянулась в 2 раза. 2 года клиент страдал, да, Агашка страдал, и он был так благодарен мне, благодарен компании, благодарен нашей продукции, что у него 2 раза затянулся ожог на животе, и после этого они взяли полностью комплекс, промазали, и полностью зажила рана, хотя ставили под вопросом рак кожи. Поэтому вот так шикарно работает эта продукция. А если мазать на здоровую кожу, это вообще очень шикарные эффекты питания. Гипоаллергенный и снижает. И все это, конечно, продается в аптеке в Японии. Вот, и великолепная продукция. Фу Бьюти. Я ее всем рекомендую уже после 30 лет. Почему? Потому что снижается коллаген, эластин, гиалуроновая кислота. Да, и у наши суставы начинают уже скрипеть после 30 лет. Хрусты появляются. Даже у молодых, если вот хорошая диагностика, сейчас присядьте несколько раз на корточке и встаньте. Если присутствует хруст в коленях, да, это уже большой сигнал о том, что вам нужно обратить внимание на свои суставы. Я хочу отметить, что это нутрикосметика, красота изнутри, и в нашем комплексе содержатся пептиды. Хочу сказать, что именно пептиды рыбного коллагена. Я хочу, чтобы вы обращали внимание на каждое слово, которое присутствует на нашей продукции, потому что именно рыбного происхождения – это самое лучшее качество коллагена и эластина. Если коллаген мы через еду можем где-то получить путем наваристых супов, холодцов и так далее, да, животного происхождения, то эластин его практически невозможно из еды получить. А эластин у нас снижается, и все, и не только у нас кожа обвисает, у нас все внутренние органы растягиваются, и эластин нам исключительно нужно получать через биологически активные добавки. И зачастую наши пациенты радуются, что у нас 4 компонента в одной таблетке. И коллаген хорошего качества, и эластин, и церамиды, и гиалуроновая кислота. Поэтому это вообще супер работает в одной таблетке. Церамиды, они отвечают за влагу в клетках, это мозг наших тканей, гиалуроновая кислота образует синовиальную жидкость, которая именно и восстанавливает наши суставы, дает им эластичность и подвижность. И когда вы начнете пить Фу Бьюти, вначале пейте по одной таблеточке, чтобы не дать обострение своим больным суставам, особенно у тех, у кого это болит. Кто-то из пациентов прям плачет, они говорят, прям чувствую свой больной сустав. Я говорю, классно, начинает действовать комплекс. Поэтому сначала тоже с маленьких дозировочки, с одной таблеточки, потом перейдете на 2, на 3, и до 4 таблеток в день вы можете принимать эту продукцию.
Зато люди, которые приходили, хромали и держались за колено, сколько бы ни пили обезболивающих и, допустим, тех же самых глюкозаминов и так далее, такого эффекта по восстановлению суставов они не получали. Через год применения продукции, даже одного курса, коробку, если вы пропьете в течение 5 месяцев, да, у вас заметно улучшится состояние по суставам. И хочу отметить, что именно коллаген является цементом для нашего позвоночника, который дает арматурную прочность. Поэтому помимо того, что вы принимаете активный коралловый кальций, обязательно принимайте коллаген вместе. Потому что именно коллаген и кальций дает лечение по остеопорозу. Вот. И, конечно, это дополнительные источники этих компонентов. Профилактика атеросклероза, чистит сустав, сосуды, улучшаются суставы, улучшается состояние кожи, провисание кожи, внутренних органов, эластичность легких, почек. Там, где все эти наши нежные органы, они тоже нуждаются в эластичности и в увлажненности. Улучшение состояния кожи и омолаживающий эффект. Поэтому Full Beauty я советую всем абсолютно, и женщинам, и мужчинам после 30 лет обязательно пробивайте. Супер Омега, одна из любимейших продукций и комплексов нашей компании. Вот. Я хочу здесь одно сказать, что сквален вы практически нигде не найдете. Да, если будете даже искать и его захотите приобрести, омегу-3 еще можете найти. Но какого качества? Здесь именно омега-3 очищенная, омега-3 жирные кислоты, очищенная, без 6 и без 9, они нам практически не нужны. Омегу-6 мы получаем через еду, омега-9 это не очень хорошие жиры. И натокиназа. Отдельно где-то кто-то дает нам, американские какие-то фармкомпании на рынок завозят натокиназу, но она очень дорогая, она стоит порядком на месяц, уже стоит 17 тысяч тенге. А здесь вы приобретаете 3 компонента в одну капсулу. Представляете, как круто? И тоже рассчитано комплекс на 5 месяцев применения. И сквален, он экстракт из печени голубоводного акулы, его по-другому называют витамин кислорода, он насыщает клетки, восстанавливает, регенерирует и поднимает иммунитет, и имеет антиоксидантные, противоопухолевые действия. Очень серьезный компонент в нашей капсуле суперомега. На 60% в этой капсуле суперомега содержится сквалена. И поэтому это лучшая омега, да, которая есть также на рынке, потому что помимо омеги здесь есть сквален и натокиназа. Мы должны это тоже понимать, разбирать и эти преимущества проговаривать тем людям, которым вы хотите помочь, потому что суперомега – это комплекс именно по очищению сосудов, по улучшению состояния сердца, ритма и кровеносной системы. Вот. Омега-3 нужна и для памяти, и для мембран клеток она нужна. И особенно мембрана клетка очень важна, потому что она именно пропускает все полезные вещества и выводит все неполезные вещества. Поэтому мембрана клетки – это очень главное, одно из главных составляющих, даже главнее, чем ядро клетки, которое отвечает за деление, да? Вот, фермент натокиназа – это секрет долголетия Японии. Если мы хотим жить долго и счастливо, как японцы, применяйте натокиназу ежесуточно, да, для профилактики. Поэтому именно натокиназа, она не дает развитию гипертонии, она очищает кишечник от кишечных инфекций, и натокиназа, она разъедает волокнистые, вот эти коллоидные волокна. Вот, поэтому суперомега очень крутой комплекс. Топ-Форс – это комплекс наш для снижения веса, для профилактики и лечения сахарного диабета. Это, как сказать, комплекс питательных веществ и витаминов, потому что очень богатые ингредиенты. Горчичник японский, топинамбур. Вроде бы 2 компонента, но они обладают уникальными свойствами. Вот сама хлорогеновая кислота имеет порядка, ну, не знаю, более там 20 свойств у нее, да, может быть, даже больше. Она является и антибактериальным эффектом обладает, бактерицидным эффектом обладает, отвечает за снижение сахара, за зажигание жиров, за вывода свободных радикалов, является очень мощным антиоксидантом, и куча у него свойств. И топинамбур, благодаря в этой таблетке на 40% топинамбур содержится инулина природного, да, который подавляет повышение уровня глюкозы в крови. Вот. Также есть полифенолы, сапонины, пектин, селен, цинк и витамины группы В.
Вот. И по эффективности продукции я, конечно, сейчас не буду приглашать людей, которые применяют нашу продукцию. Вы это можете услышать на презентациях. Вот я такой вот, кстати, эту картинку, если вам видно, вам видны слайды, да? Я что-то в чат не проверяю. Так. Вот такое часто молочные выпали, а коренных нету. Есть у вас в вашем окружении? Если нет, поставьте лайки, если вы встречали таких детей. Я забываю всегда спрашивать у аудитории, да, как вообще вашу реакцию. Может быть, вы меня не слышите. И очень часто многие мамочки жалуются, что не выходят коренные зубы. Ну вот-вот, и год ждут, и 2 года ждут, да. А просто банальные дефициты кальция, да, и зубки не выходят. Нету силы выйти зубику. И поэтому, как только начинают принимать активный коралловый кальций дети, зубки выходят крепкие, сильные, здоровые, беленькие, да, без каких-либо дефицитных состояний. Вот это меня тоже радует. Очень знаю этого мальчика. Мы прям плакали, когда у него пошли улучшения. У него была субфебрильная температура, которая держалась 37,3, самая противная температура. После того, когда вы ее ощущаете, не хочется ничего делать. Хочется лежать, и голова трещит. И эта температура сопровождала ребенка. Его посадили на гормональную терапию, поставили ревматоидный артрит, у него было серьезное заболевание, от которого у него пошли нарушения и по другим системам организма. Вы знаете, организм наш, он очень взаимосвязаны все системы между собой. Поэтому как только идет сбой в одной системе, особенно когда вы внедряете гормональную систему, да, она дает по всем системам сбои, поэтому очень аккуратно будьте с гормональной терапией и желательно от нее отходить, когда есть альтернатива лечения другими средствами, тем более, когда вы знакомы с нашим интернет-магазином Beverly Believer, потому что продукция, которая здесь имеется, да, она выровняет ваш гормональный фон, выровняет нарушения, устранит дефициты, и ваша сила организма восстановится и выровняется. Вот, поэтому нужно в это верить и пить, и как бы принимать в первую очередь для себя. И, конечно, этот мальчик, если я не ошибаюсь, его зовут Абдулла, он, во-первых, похудел, во-вторых, у него прошла эта температура, в-третьих, он встал и начинает самостоятельно ходить. Он на этой палочке стоит, потому что он вообще ходил на костылях, его не держали ноги. И вы видите по картинке, да, что мышцы ног у него очень ослаблены, очень худенькие, было, как сказать, вылетело с головы, когда мышцы худеют. Дистрофия, да, мышц, и самое страшное, когда идет дистрофия именно по сердечной мышце. Поэтому нельзя доводить до этого. Страшные картинки, я соглашусь, но это такой классный эффект, смотрите. Какое заживление. Эти ноги хотели этой женщине ампутировать. И когда она пила Magic Pack лечебными дозировками, да, у нее пошло заживление тканей. Все были в шоке. И именно на этот результат очень многие партнеры, лидеры начали работать усиленно, потому что увидели миссию, увидели эффект. Конечно, эти картинки страшные, но они очень показательные. Насколько это не просто пустые таблетки. Понимаете? Силу. То есть такие страшные случаи, да, и вот мы видим силу препарата, силу, которая имеется у вас в руках. И алопеция, выпадение волос, все это забирает эти минералы стресс, какие-то волнения, внутренние переживания, особенно мальчики, которые не могут выговаривать свои чувства. У мальчика с Узбекистана была онкология костей, он не ходил, он был в коляске, потому что он не мог наступить на ногу. И в течение полугода у него образовалась костная мозоль, очень быстро восстановилась костная система, и он начал вставать на ноги. Вот эти результаты, после них просто спокойно не можешь спать, начинаешь плакать и радоваться, что как изменилась жизнь людей. Эти ноги тоже хотели ампутировать. Вот. Не испугала вас картинками? Но они на самом деле очень показательные.
Вот, и что хочу сказать, что продукция Beverly Believer, она имеется в нашем интернет-магазине, вы можете спокойно заказать со своих карточек, вам только нужно обратиться к тому человеку, кто вам ее порекомендовал, он вам выдаст клубный номер, по которому вы можете зайти на официальный сайт компании, заказать доставку, пополнить Beverly Bank с карточки, да, и заказать себе домой продукцию, и стать партнером, официальным партнером компании. Это дает вам право пользоваться бонусной системой ПЛК, чтобы заказывать продукцию, может быть, принимать ее бесплатно, да, и, конечно же, рекомендовать и помогать людям быть в этой компании, пользоваться продукцией, оздоравливаться. И теперь хочу вам такую сравнительную характеристику привести, да, ценность и цена. Вы тоже должны затрагивать эту тему, потому что на самом деле... Что вы выбираете? Принимать груду препаратов, груду биологически активных добавок, отдельно железо, отдельно кальций, отдельно калий, отдельно цинк, отдельно селен, отдельно... Представляете? Даже если минералы, которые ежесуточно важны нам в организме, вы должны десятки минералов принимать ежесуточно. Это вам ваш желудок не выдержит. Я один раз, мои люди приходят и говорят, от этого кальция, от, допустим, да, американского, да, болит желудок, не выдерживает желудок, он выплюнет все обратно. И наши БАДы, именно биологически активные добавки, именно Beverly Believer под компанией 6Z Pharmaceutical, они имеют стандарты по размеру даже. И состояние капсулы коэнзима, насколько она сама натуральная, и она даже рассасывается во рту. Некоторые путали активные коралловые кальций, что мы рассасываем во рту, а некоторые пациенты рассасывали коэнзим, и она рассасывается. Я недавно столкнулась с омега-3 другой компании, у них оболочка как будто полиэтиленовая, она не растворяется, она не жуется, тем более не растворяется во рту. Ее просто мой ребенок что-то попробовал, высосал оттуда рыбий жир, который там был, да, и выплюнул эту капсулу. Нам кто-то купил эту продукцию. И я так смеялась и восхитилась, да, какая капсула у нас натуральная, что она даже растворяется во рту. Вот, и, конечно, ценность и цена. Здесь, конечно, когда вы видите эффект продукции, насколько продумана программа, которая воздействует на весь организм, которая натуральная, без побочных действий, без противопоказаний, от которого у вас не заболит желудок, не закрутит кишечник, не образуются камни и так далее, да? Конечно, люди уже не смотрят на цену. Они выбирают ценность, они выбирают оздоровление, быстрое оздоровление, улучшение самочувствия, они за это. И, конечно же, скупой платит дважды, некоторые прибегают все-таки к более дешевым препаратам, но проходит время, и они приходят к нам. То есть им нужно вот это время осознания, решиться, полюбить себя в конце концов, да, быть, чтобы вы были достойны пить, кушать все самое вкусное, полезное и лучшее, что есть на этом рынке. Поэтому здесь идет именно, когда люди выбирают более дешевую продукцию, и я сразу вижу проблему нелюбовь к себе. Либо почему-то люди считают, что они достойны кушать, что попало, пить, что попало, да, и лечиться, как попало. Вот, поэтому если вы все-таки выбираете, все-таки обратитесь к себе. Вы достойны принимать лучшие продукты на нашем фармрынке. Хронические состояния не вылечить лекарствами, это мое, как сказать, послание вам, чтобы вы понимали. Зачастую это поддерживающая терапия, это симптоматическое лечение, какое-то устранение болевых синдромов и так далее. Но побочные действия, наши фильтры организма, наши легкие, почки, печень, сердце, они не вечные. Сосуды, они нуждаются в очищении, они не нуждаются в зашлакованности, они не нуждаются в кальцинировании. И поэтому организм кричит. И когда вот пропивая продукции нашу продукцию высокого качества, да, уже химические препараты в рот не идут. Я хочу вам сказать, на самом деле так оно и есть. Уже чувствуешь эту химию. И перед вами опять же выбор, да, либо иметь результат оздоровления уже на втором месяце лечения, в третьем, шестом, в течение года вытащить себя из серьезных состояний, либо взять дешевые препараты, которые по эффекту, по содержанию действующих веществ, по усвояемости уступают нашей продукции. Даже взять тот же самый коэнзим, вот я выбрала именно iHerb, потому что многие коробками с iHerb заказывают, а вы разбираетесь в том, что вы покупаете, или вы приобретаете
брать из iHerb, потому что это модно, потому что все берут iHerb, и я тоже буду брать iHerb. Там есть классные препараты, я не против iHerb, да, но когда есть альтернатива лучше, выбирайте лучшее. Вот в коэнзиме я даже сделала сравнительную характеристику в аптеке, узнала по стоимости препаратов. Есть, допустим, та же самая коэнзим и за 17 тысяч у компаний, которые принимаются в течение месяца, да, и есть коэнзимы за 6 тысяч тенге, и есть коэнзимы за 2 тысячи тенге, есть альтернатива дешевых препаратов, но если там натокин, а если там лактобактерии растительного происхождения, если там коэнзим куаш, куаша нету, я уже тоже мониторю, я не вижу куаша, а куаш, он намного эффективнее, не имеет побочных действий, он быстро усваивается, и в нашей капсуле 590 миллиграмм коэнзима содержится, очень хорошая дозировка. Вот, по поводу омеги, есть омега тоже разных диапазонов, ценовой диапазон, но опять же, как я вам рассказывала свой случай, когда вот не прожевывается капсула, либо от такой омеги у кого-то пучит кишечник, либо идет какая-то рвотный рефлекс, как бы все вот это вот, эти жирные кислоты многие не воспринимают, вот. Здесь очищенная омега-3, именно когда даже прокусывая капсулу суперомеги, вы чувствуете запах семги, то есть из очень высокого сорта изготавливается продукция. И дефицит, смотрите, на QDQH, вот тоже в статье я нашла, связан с развитием заболеваний, как диабет, рак, фибромиалгия, заболевания сердца, когнитивные нарушения. Поэтому именно вот эти заболевания, мы обнаружили, что именно при таких заболеваниях дефициты коэнзима имеются. Поэтому на коэнзим обратите, пожалуйста, большое внимание. Вот. И также коэнзим помогает в выработке ферментов. Именно, смотрите, участвуют в обмене жировых процессов, да, жирового обмена, потому что входит в цикл Крепса коэнзим, и помогает работе таких витаминов, как витамин С и витамин Е. Вот, ну, поэтому, знаете, что хочу сказать, та же самая омега, которая вот есть на рынке, которая омега стоит, 17 тысяч только стоит омега, да, в течение месяца, а в нашей омеге здесь три компонента. Я всегда склоняюсь к тому, что у нас многокомпонентные комплексы за ту цену, которую нам дает фармрынок по одному компоненту, да, вот, и во-первых, во-вторых, здесь 100% натуральность, то, что я выбираю, и научные доказательства, и быстрые эффекты. Поэтому я думаю, что сегодня вам лекция была полезна, вы что-то для себя взяли новое. Пожалуйста, применяйте эти рекомендации, применяйте свои, расширяйте свои знания, углубляйтесь в нашу продукцию. Нашу продукцию можно изучать бесконечно. Мне вот все нравится, все больше и больше читать, и больше узнаю именно с научного мира доказательства совместимости, допустим, тех же самых минералов и коэнзима, почему они должны быть рядышком. Даже лактобактерии влияют также на усвоение кальция, представляете? А лактобактерии есть у нас в коэнзиме. И опять же, это усиливает усвоение кальция. То есть нужна молочнокислая среда для усвоения кальция. Вот, поэтому все продумали за нас ученые Шоседо Фармацевтику Компани. Нам нужно только довериться и принять японскую программу оздоровления, японские методики лечения, потому что нация вышла с этого кризиса, вымирания нации стоял вопрос. Они сейчас являются долгожителями, они являются эталоном здоровья, эталоном иммунитета, как поддержать себя. И в Японии нету таких заболеваний, как псориаз, таких заболеваний, которые бушуют у нас в Казахстане. Поэтому я думаю, что у нас есть из кого брать пример, не выдумывать велосипед, а использовать ту методику, которая уже проверена десятками лет. Вот, потому что 50 лет программа оздоровления нации была, и она сейчас существует и по сей день. И у людей сейчас привычка принимать БАДы ежедневно. И самые лучшие БАДы – это японские. Поэтому многие говорят, есть ли зависимость от того, что я буду принимать БАДы, да? Я говорю, конечно,
попробуйте не кушать мясо, попробуйте себя от того, что вы едите, да, и что вам хочется кушать, попробуйте это не кушать. Организм сам потребует. Также и минералы, они не вырабатываются в нашем организме, поэтому должно быть пополнение минералов, пожалуйста. Если не получается каждый день, восполнять, ну хотя бы делать профилактику раз в год, раз в полгода. Поэтому у нас и программа ПЛК рассчитана, что комплекс на полгода. Если вы будете придерживаться этой системе оздоровления, то раз в полгода запитывать себя нужными минералами, нутриентами, полезными веществами, которые имеются в интернет-магазине Beverly Believer, вы будете здоровы и будете поддерживать свое здоровье, и даже пойдет омоложение. Да, очень многие люди видят омоложение в виде почернения волос, в виде возобновления менструального цикла, в виде того, что репродуктивная система обновляется и идет зачатие у тех семейных пар, у которых не было детей по 15-17 лет. Поэтому желаю вам оздоровления вас, оздоровления вашей семьи, ваших близких и ваших родных. Несите эту миссию другому окружению, близким, родным, и если вы поможете людям, да, справиться с их состоянием, для вас это будет большая награда, и для нашей компании тоже в целом. С вами была я, Зауреш, мне было приятно, чтобы вы были со мной вместе. До новых встреч, до свидания.